Сегодня, конечно, в жизни нашей страны очень важный момент – это выборы президента, потому что выбираем мы именно нашего командира, выбираем на целых 6 лет. И каким курсом он поведет наш корабль, конечно, очень многое зависит. И, конечно, сегодня просто отсидеться дома и сказать, и так выберут – это неправильно. Нужно показать, что мы вместе. Что мы выбираем нашего президента, сильного президента, именно для нашей сильной страны и великой. Мы выбираем будущее нашей страны, особенно в такое сложное время. И именно эту страну должен вести человек, который обладает всеми необходимыми для этого качествами. Поэтому не прийти сегодня, но это просто, я считаю, предательство. Поэтому все должны прийти на участки, отдать свой голос и выбрать достойного кандидата, который поведет нашу страну к победам.